Всем привет! Друзья, если вы любите чизбургеры, то это видео именно для вас. Так как сегодня я приготовлю очень вкусный, очень сочный и очень большой ленивый чизбургер. Когда вы приготовите такой чизбургер, вы навсегда в него влюбитесь, так как он получается очень-очень вкусным. И перестанете покупать чизбургеры в фастфудах. Если вы любите чизбургеры, ставьте обязательно лайки и пишите мне об этом в комментариях. Ну а мы начинаем готовить! Для начала, конечно же, нужно приготовить тесто. Для этого молоко я смешала с водой, подогрела на плите до теплого состояния. Температура жидкости приблизительно 37 градусов. Сюда же добавляю дрожжи, сахар и все перемешиваю венчиком. Нам, конечно же, понадобится мука. Всю муку я заранее просеяла через сито. В полученную массу я добавляю 2 столовые ложки муки от общей массы и снова все перемешиваю венчиком. Миску с дрожжевой массой я накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на 15 минут. Дрожжевая масса готова, она немножко увеличилась в объеме, появились пузырьки. Сюда же добавляю соль, подсолнечное рафинированное масло и все перемешиваю венчиком. Порциями добавляю муку и замешиваю тесто. Странное такое получилось совпадение. Вчера я готовила фитнес-салат, салат для тех, кто придерживается стройной фигуры, кто следит за своей фигурой, а сегодня готовлю чизбургер. Но я вам хочу сказать, что иногда я балую себя такими вкусняшками, так как одно из удовольствий – это очень вкусно покушать. Напишите мне в комментариях, вы балуете себя такими вкусняшками или строго придерживаетесь диете, правильному питанию, чтобы была стройная и красивая фигура. Периодически подсыпая муку, я хорошенько вымесила тесто. Я его вымешивала приблизительно 10 минут. Посмотрите, какое получается чудесное тесто. Оно мягкое, эластичное, очень податливое, и оно совершенно не липнет к рукам. Вы лучше ориентируйтесь по самому тесту. Может, вам понадобится немножко больше муки или немножко меньше, так как у каждого разные ингредиенты. Тесто перекладываю в чистую сухую емкость. Закрываю его сверху пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на 40-60 минут. У нас есть время приготовить начинку. Для начала говяжий фарш нужно обжарить на сковороде на подсолнечном рафинированном масле до готовности. Фарш у меня уже начал немножко поджариваться. В конце его нужно посолить, добавить перец черный молотый, это вы все добавляете по своему вкусу, все перемешать и снимаем фарш с огня. Подготовленный фарш я пока отставляю, он должен остыть, он обязательно должен быть комнатной температуры, не сильно горячим и не сильно холодным. Подготовлю репчатый лук и соленые огурцы. Репчатый лук нужно мелко нарезать, а соленые огурцы нужно нарезать тонкими кольцами. Один из самых важных ингредиентов для чизбургера – это сыр. Сыра много не бывает. Сыр нужно натереть на крупной терке. Пока я подготавливала начинку, тесто у меня хорошенько увеличилось в объеме. Его нужно достать из миски и разделить на две части. Одна часть должна быть чуть побольше, а вторая часть, соответственно, чуть поменьше. Thank you.
каждый кусочек теста нужно скатать в шарик. Шарики из теста накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на 10 минут. А теперь нужно взять кусочек теста побольше и раскатать его в тонкую круглую лепешку. Тесто я раскатала. Я взяла круглую разъемную форму, диаметр формы 24 сантиметра. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, и еще дно и бока формы я дополнительно смазала растительным маслом. Раскатанное тесто я выкладываю в форму, формируя бортики. На подготовленную основу из теста выкладываю начинку. Первый слой – это подготовленный фарш. Фарш сверху нужно хорошенько смазать любым томатным соусом. Далее выкладываю лук и на лук выкладываю огурцы. Огурцы обильно посыпаю натертым сыром. Возвращаюсь ко второму кусочку теста, который поменьше. Его нужно раскатать в круглую лепешку по диаметру формы. Раскатанное тесто я выкладываю сверху на сыр и защипываю края. Ленивый чизбургер я сформировала. Сверху накрываю его пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на 10 минут. Десять минут прошло, пирог сверху смазываю сболтанным яйцом. Сверху посыпаю кунжутом. Ленивый чизбургер отправляю выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов. Буду выпекать приблизительно 20-30 минут. Но вы лучше ориентируйтесь по самому пирогу, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Как только наш ленивый чизбургер хорошенько подрумянится, значит он уже готов. Ленивый чизбургер я испекла, я его достала из формы. Накрываю чизбургер чистым сухим полотенцем и оставляю в таком виде на минут 5. Ленивый чизбургер готов! Вот такой получился большой, румяный и очень аппетитный красавчик, которым можно накормить сразу же всю семью. Его нужно кушать обязательно в теплом виде. Чизбургер сверху получился мягким. Посмотрите, какой он мягкий, хрустящий. А теперь я отрежу кусочек и покажу вам, какой он получился в разрезе. А внутри получается вот такая красота. Очень много сочной и очень вкусной начинки. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления ленивого чизбургера, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале.
Приятного аппетита и до новых встреч!